Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. И настоящее счастье – это когда любишь ты. Ощущение любви от эгоистической и до самой-самой абсолютной. Вот что такое для вас счастье? Скажите мне, пожалуйста. Для меня счастье – это когда я через своего учителя соединяюсь с Творцом. Это счастье.